Здравствуйте, друзья! Спасибо, что вы с нами. Сегодня хочу предложить вам альтернативу щавельного супа. Мы будем с вами готовить суп из шпината. Шпинат сегодня можно купить в любом магазине и в любое время года. А готовится такой суп очень легко и быстро. Итак, нам понадобится шпинат, куриное филе, картошка, морковка, лук, зелень, яйца, сметана, соль, лавровый лист, сок лимона. Пока вода для супа закипает, нарежем продукты. Продукты мы хорошо помыли, почистили, и теперь будем нарезать. Мясо мы порежем тоненькими полосочками, а овощи соломкой. Мы мясо порезали, вода у нас закипела. Теперь мы поставим варить мясо, и пока мясо закипает, мы дорежем овощи до конца. Итак, наше мясо закипело, мы сняли пенку и теперь сразу будем засыпать туда овощи. Картошку, морковку и лук. Добавим соли по вкусу и лавровый лист. Суп хорошо перемешиваем и оставляем варить минут 10-15 до готовности. Пока варится наш суп, мы уже поставили варить яйца. Яйца варим до готовности 5-7 минут. Ну вот, друзья, наш суп почти готов, но у нас остался один очень простой и все-таки важный момент. Мы с вами будем добавлять шпинат и лимонный сок. Суп у нас обязательно кипит потихонечку. Мы добавляем шпинат. Немножко перемешаем и сразу добавляем лимонный сок, чтобы не потерять цвет у супа. Я выдавливаю сюда половинку среднего лимона. Кипятить мы такой суп долго не будем. Доводим до кипения и сразу выключаем. И наш суп готов. Ну вот, друзья, наш суп из шпината готов. Он получился такой наваристый, в то же время легкий и очень вкусный. Наливаем красиво суп в тарелочку. Добавляем сметану. Вареное яйцо. И зелень. Вот так вот легко, быстро и очень вкусно можно сварить суп со шпината. Спасибо, что были с нами. Подключайтесь к нашему каналу, чтобы не пропустить новое видео. Приятного всем аппетита и прошу к столу!